Ярослав. Мне 3 года. Я хожу в новый детский садик. Дети – это наше будущее. Мы должны обеспечить им образование с малых лет. С 2016 года в регионе очередь в ясли сократилась на 4200 малышей. За последние 5 лет в регионе ввели в эксплуатацию 16 детских садов. В 2021 году будут сданы еще 9. За 3 года в Тульской области построили 2 новые школы. Это 700 новых мест. В 2021 планируется ввести в эксплуатацию еще 1 школу на 600 мест в Туле и начать строить школы в Туле и Донском. Тульская область – промышленный регион. Нашим предприятиям нужны инженеры и конструкторы. Эту задачу образование решает уже со школьной скамьи. Для этого в регионе создаются профильные классы. Развивается дополнительное образование. У нас создана целая сеть современных кружков. Это 23 мини-технопарка, 3 технопарка, кванториум и IT-куб. Выстраивается схема. Сегодня ребенок ходит в технический кружок, завтра выбирает инженерный вуз, там учится по программам, разработанным вместе с промышленниками, а после выпуска его уже ждет одно из наших прославленных предприятий. Тула – исторический край не только мастеров, но и воинов. В 2016 году, после более чем полувекового перерыва, было возрождено Тульское Суворовское училище. Министр обороны и президент России поддержали инициативу жителей области и Алексея Дюмина. Училище было построено в рекордные сроки. И уже в этом году оно выпустит первых будущих офицеров для нашей армии. Поддержке семей с детьми в области уделяется особое внимание. Различные выплаты получают молодые и студенческие семьи, родители, у которых появились 3-е и последующие дети. Всего в нашем регионе работает 55 семейных выплат. На покупку жилья семья может получить из бюджета в общей сложности до 1 400 000 рублей. Этой суммы достаточно для первоначального взноса по льготной ипотеке. В Тульской области на поддержку семей только в прошлом году было направлено более 6 миллиардов рублей. И такой подход дает результат. Число многодетных семей с 2016 года выросло более чем на 40%. С 2016 по 2020 годы в Тульской области построили более 3 миллионов квадратных метров жилья. Регион серьезно продвинулся в решении давней проблемы – большого объема аварийного жилого фонда. Чтобы переселить тех, чьи дома признали аварийными до 1 января 2012 года, в Тульской области практически построили новый город размером с Ясногорск. Новоселье отпраздновали 17 тысяч человек. В 2019 году регион вступил во 2-й этап федеральной программы переселения из аварийного жилья, которая должна завершиться в 2025 году. В этом году будет полностью закончено переселение в Кимовском районе. Кроме того, регион взял на себя обязательство завершить программу досрочно. До конца 2023 года будет расселено 72 тысячи квадратных метров жилья. Благодаря работе с фондом реформирования ЖКХ, область получит на эти цели более 4 миллиардов 100 миллионов рублей федеральных средств. Из бараков в новые квартиры переедут жители 13 муниципалитетов. Но в регионе остается еще 245 тысяч квадратных метров аварийного жилья, не попавшего в федеральную программу. Поэтому по поручению губернатора с 2018 года идет переселение наших граждан за счет регионального бюджета. Так, за 3 года новое жилье получили еще более 1500 человек. Я Золотарева Елена. Сзади меня находится дом, в котором мы должны были въехать в 2018 году. Уже думали, что станем обманутыми дольщиками, но в 2020 году мы успешно заселились. По-прежнему в зоне особого контроля решение проблем обманутых дольщиков. Регион, одним из первых в стране, решил проблему под названием СУ-155, достроив все проблемные дома и заселив людей в новые квартиры. А всего с 2016 года были решены вопросы более чем 2000 дольщиков. Сейчас осталось помочь практически только тем, кто пострадал из-за банкротства компании «Фаворит».
Для этого правительство региона использует все имеющиеся инструменты. Это и привлечение инвесторов, и ресурсы созданного в 2019 году Фонда защиты прав граждан, участников долевого строительства Тульской области. А там, где необходимо, подключаются силовые структуры. Так что в 2021 году проблемное наследие фаворита будет почти ликвидировано. На 2022 останется лишь один высотный дом в ЖК «Первый Юго-Восточный». Я Чирев Сергей, занимаюсь строительством 20 лет. В нашей работе самое главное – качество, безопасность. Как гласит народная мудрость, 7 раз отмерь, 1 отрежь. С 2016 года в Тульской области капитальный ремонт выполнен в 5517 многоквартирных домах, в которых проживает порядка 182 тысяч человек. В 2016 году в области остро стояла проблема состояния лифтов. В 2018 году стартовала программа по ускоренной замене подъемников, у которых истек срок эксплуатации. Кроме того, при поддержке Фонда содействия реформированию ЖКХ в 2021 году заменят еще 100 лифтов. Продолжается модернизация инженерной инфраструктуры ЖКХ. За 5 лет в Тульской области заменили более трети всех тепловых сетей. Работа велась не только за счет бюджета, но и на средства инвесторов. В инфраструктурные проекты в ЖКХ были привлечены долгосрочные частные инвестиции. С 2016 года в Тульской области газифицировали 90 населенных пунктов. В августе 2020-го Алексей Дюмин и глава «Газпрома» Алексей Миллер подписали соглашение о газификации региона с 2021 до 2025 года. По итогу голубое топливо получит еще 9 тысяч домовладений. С 2016 по 2020 год для развития дорожной сети в Тульской области было сделано очень многое. Отремонтировано почти 2200 километров автомобильных дорог регионального и местного значения на сумму более 10,5 миллиардов рублей. Впервые за долгие годы были построены и новые дороги. Например, на улице Хворостухина и к микрорайону Северная Мыза в Туле, а также к некоторым сельхозпредприятиям. В октябре завершили строительство крупнейшего объекта дорожной инфраструктуры, второй очереди восточного обхода с мостом через Упу. Следующий шаг – современная безопасная развязка восточного обхода с улицами Лыжевая и Металлургов. И это не все. Губернатор уже поручил приступить к проектированию третьей очереди восточного обхода. Особо остро в Туле стоит проблема состояния мостов. Сейчас завершают разработку проектов по Баташовскому мосту, Демидовскому и Московскому путепроводам. Затем предстоят строительно-монтажные работы. Благодаря взаимодействию Алексея Дюмина с Министерством обороны России и личной поддержке Сергея Шойгу, с 2018 года в Тульской области военные возвели 19 мостов в отдаленных населенных пунктах. Трудно сказать, сколько времени понадобилось бы региону, чтобы восстановить эти мосты своими силами. И обошлись бы они Тульской области в 2 миллиарда 300 миллионов рублей. Не то что для муниципальных, даже для областного бюджета это неподъемный груз. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – педуниверситет. Тульская область стала одним из пилотных регионов проекта по внедрению интеллектуальной транспортной системы. Оплачивать проезд в общественном транспорте стало удобнее. В Туле начала действовать карта «Тройка», а социальную транспортную карту теперь можно продлить автоматически, не посещая центры обслуживания населения. На льготных маршрутах обновили подвижной состав. Сейчас почти половина автобусов не старше 4 лет. Я староста села Поповка. Большую часть своей жизни я провел здесь. И у нас никогда не было такой благоустроенной спортивной площадки. Ведется большая работа по созданию комфортной среды проживания. С 2017 по 2020 годы в регионе благоустроили без малого 1300 объектов, в том числе 1165 дворов и 111 общественных пространств. Конечно, перемены в областном центре больше бросаются в глаза, но благодаря проектам комплексного благоустройства новый облик приобрел целый ряд городов и поселков региона. Так кардинально преобразились набережные в Богородицке, Ефремове, Красная площадь в Веневе, самый маленький город России Чекалин и село Крапивна.
Вторую жизнь получили 22 парка. Среди них «Химик» в Алексине, комсомольские парки в Арсеньево и Заокском, парки культуры и отдыха в Кимовске и Теплом. Благоустроено 29 скверов. В Донском, Славном, Адоеве и других городах. Благодаря всей этой большой работе индекс качества городской среды в регионе поднялся выше общероссийского. Продолжает успешно реализовываться проект «Народный бюджет». С 2016 года реализовано 2455 заявок жителей, почти на 3,5 миллиарда рублей. Это ремонт школ, дорог, объектов ЖКХ, благоустройство общественных пространств и многое другое. Проект действительно стал народным. Он помогает привлечь средства в каждый двор, где есть неравнодушные и активные жители. С 2021 по 2023 годы на реализацию проекта из регионального бюджета будет выделено еще 1 миллиард 200 миллионов рублей. В последнее время регион наращивает темп в решении проблем экологии. Ручное, точечное устранение проблем со свалками и объектами загрязнения ушло в прошлое. Была проведена своевременная работа по переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. За последние два года муниципалитеты полностью обеспечили контейнерными площадками. За последние три года в Тульской области рекультивировали 8 крупных свалок, ликвидировали 82 несанкционированные свалки. В Дубинском районе создали первый в регионе мусорообрабатывающий комплекс, а в Туле построили новый современный полигон ТКО. Это прибор нового поколения. На нем мы делаем более 50 показателей в сточной воде. Превышений никогда не было. Вместе с промышленниками правительство области ведет работу по повышению экологической безопасности. За 6 лет на природоохранные мероприятия в регионе потратили более 19 миллиардов рублей. Это привело к снижению техногенной нагрузки на окружающую среду. Выбросы загрязняющих веществ в воздух от стационарных источников снизились на 25%. Были созданы две новые особо охраняемые природные территории общей площадью более 3000 гектаров, в том числе Романцевские горы в Кандуках. Уникальные пейзажи уже сделали это место точкой массового притяжения туристов со всей страны. Теперь стоит задача создать здесь возможности отдыха на любой вкус. За 5 лет в развитие спортивной инфраструктуры области были вложены беспрецедентные инвестиции. В первую очередь, благодаря социальным партнерам. Объем привлеченных средств составил более 5 миллиардов рублей. В Туле открыт современный ледовый дворец. Строится центр единоборств «Тула-арена», легкоатлетический манеж, физкультурно-оздоровительные и спортивные комплексы. В ряде спортивных школ проведен капитальный ремонт. Крупные спортивные объекты появляются и в других районах. Это ледовые комплексы в Ефремове, Щекино, Фоки в Белеве, Кимовске. Центры уличного баскетбола и скейт-парки в Туле и Новомосковске. Серьезный импульс был дан развитию волейбола. В области начали развивать хоккей. Футбольный «Арсенал» уже 5-й год подряд выступает в высшем дивизионе страны. Клуб впервые вышел в Лигу Европы, и это достижение уже часть истории тульского футбола. Межконтинентальная велосипедная команда «Марафон Тула» успешно выступает на различных международных соревнованиях. Это невероятно, но я думал, что моя карьера в спорте закончится в 16 лет. Мне сейчас 25, и я чемпион Европы. Для участников всех возрастов в регионе ежегодно проводят около 500 физкультурных и спортивных мероприятий. Благодаря новым возможностям число жителей региона, которые регулярно занимаются спортом, постоянно растет. Сегодня активный, здоровый образ жизни выбрали 650 тысяч жителей области. С 2016 года в области отремонтировали и оснастили современным оборудованием порядка 100 домов культуры. Иногда это стоило огромных трудов. ДК машиностроителей в Узловой – единственная крупная культурная площадка на весь район. Более 10 лет он использовался как торговый объект. В 2020 году, благодаря настойчивости Алексея Дюмина, его удалось вернуть в государственную собственность.
Ремонт ДК, которого так долго ждали узловчане, скоро начнется. В трех бывших шахтерских поселках – Дубовке, Каменецком и Приупском – возвращены к жизни дома культуры, которые не ремонтировались 60 лет. С военных времен без ремонта стоял Дом культуры в Болхово. В этом году, после масштабной реконструкции, он вновь готовится принять посетителей. Дошло дело и до сельских поселений. Всего за два года было построено 9 клубов в Богородицком, Заокском, Веневском, Кимовском, Узловском районах, городах Алексине и Ефремове. Всего в этом году будут отремонтированы 11 городских и сельских ДК в Киреевском, Ясногорском, Арсеньевском районах, Ефремове и других. И еще 10 домов культуры получат необходимое оборудование. В этом году начнется строительство Дома культуры в селе Дидилово. Финансирование на этот ДК регион сумел защитить благодаря активной позиции губернатора Алексея Дюмина. Он станет самым крупным сельским ДК в регионе с самой современной инфраструктурой. В регионе впервые началась системная поддержка материально-технической базы детских школ искусств. 3 такие школы будут отремонтированы в городах Туле, Щекино и поселке Славный. Еще 4 получат музыкальные инструменты и специальную литературу. Впервые серьезную поддержку получили муниципальные музеи. Современный облик приобрели музей Бунина в Ефремове, краеведческие музеи в Алексине, Белеве и Адоеве. Появились новые музеи в Чекалине и Крапивне. Новую жизнь обрел музей-усадьба Масоловых в Дубне. По поручению губернатора полностью реконструирован и оснащен современным оборудованием музей адмирала Руднева в Заокском районе. Скоро начнутся ремонтные работы в музее Месищева в Ефремове. В 2021 году начнется строительство фондохранилища Тульского музея изобразительных искусств. Этот объект по-настоящему нужный и долгожданный. В этом году регион отмечает знаковую дату – 80-летие героической обороны Тулы. Сейчас идет активная работа по созданию музея обороны Тулы. Открыть его планируется в конце года в парке «Патриот». Парк «Патриот Тула» стал первым в России региональным аналогом парка Минобороны в подмосковном Алабино. Он был создан при поддержке министра обороны Сергея Шойгу. Сегодня это не только центр военно-патриотического воспитания, но и одно из любимых мест отдыха туликов. Развитие инфраструктуры парка продолжается. Уже в этом году здесь будет завершено строительство стрелкового центра. Откроется музейная экспозиция «Бронепоезд номер 16» и спортивная площадка. Другой крупный инфраструктурный проект ближайшего будущего – строительство Центра культурного развития в Веневе. Это будет современный, многофункциональный досуговый центр с концертным залом, библиотекой, залом для занятий музыкой и хореографией. На внебюджетные средства отремонтирован и отреставрирован ряд храмов и монастырей, в том числе Покровский комплекс в Туле, ансамбль Спасо-Преображенского Крестовоздвиженского монастыря, Жабынская пустынь в Белевском районе и объекты достопримечательного места Себино. Турпоток в регион устойчиво растет и по итогам 2019 года впервые превысил 1 000 000 туристов. Для сравнения, в 2016 году он составил 580 тысяч человек. И даже в 2020 году, несмотря на все коррективы, которые внесла пандемия, число гостей оказалось равноценно показателю прошлого года. Возрастающий интерес к Туле дает импульс дальнейшему развитию гостиничной индустрии, системе туристического информирования и оказания услуг. В регион начали приходить гостиничные сети, в том числе международные. В этом году в центре Тулы запланировано открытие первого отеля под брендом «Азимут Hotels». До конца 2022 года в регионе появится более 20 новых объектов размещения. К 2024 году номерной фонд региона позволит принимать до 18 тысяч туристов в сутки. И это только начало. В дальнейшем туризм должен стать уже не только полноценной отраслью экономики, но и одним из драйверов развития области.
Область успешно развивает информационные технологии и цифровизацию. Сегодня доля электронных заявок в детские сады составляет более 90%. Более 17 тысяч абитуриентов в этом году воспользовались электронной формой подачи заявлений в колледжи и техникумы, что также превысило 90%. По результатам ежегодного мониторинга качества госуслуг в электронной форме, который проводит Минэкономразвития России, Тульская область стабильно входит в пятерку лидеров среди 85 субъектов Российской Федерации. А по итогам 2020 года она поднялась на третье место, уступив лишь Москве и Московской области. Задача на будущее – обеспечить людям возможность получать все социально значимые услуги в электронном формате. Вот мой пациент. Я его направила на электрокардиограмму. Результаты обследования сразу отразятся в истории болезни. В 2020 году Тульская область заняла первое место среди субъектов Российской Федерации по внедрению цифровых сервисов единого цифрового контура здравоохранения. В нем работают все госучреждения здравоохранения области. У каждого медработника есть доступ к автоматизированному рабочему месту. За предыдущие годы в отрасли здравоохранения накопилось немало проблем. Команда губернатора Алексея Дюмина пошла путем системных решений, привлекла федеральную поддержку. И за последние 5 лет в тульской медицине многое изменилось к лучшему. Построены и уже полноценно работают 2 корпуса Тульской детской областной клинической больницы. Строится новый перинатальный центр. В Тульской области, как и в целом по стране, непростая демографическая ситуация, и это повышает ответственность за каждую рожденную жизнь. Новый центр начнет работать уже в этом году. Здесь будут выхаживать даже самых сложных детей. Один из серьезных вызовов для регионального здравоохранения – онкологические заболевания. Поэтому в Туле решено построить новый онкоцентр на 340 мест, чтобы пациенты могли бесплатно получать высокотехнологичную медицинскую помощь, не выезжая за пределы области. Этот проект поддержал президент. Стоимость строительства центра составит 8 миллиардов 300 миллионов рублей. Серьезно обновляется материально-техническая база онкослужбы. За последние 2 года онкодиспансер пополнился новейшим оборудованием для диагностики и лечения. Продолжается совершенствование первичного звена медицины. По поручению президента, в ближайшие годы на эти цели в области будет направлено более 7 миллиардов 700 миллионов рублей. И это только федеральные средства. Благодаря расширению сети региональных сосудистых центров, количество операций по стентированию удалось увеличить в 2,5 раза. За 4 года было спасено более 6 тысяч жизней. С современным оборудованием, которое было получено в конце прошлого года, медики могут прооперировать еще больше пациентов. Уже 2 года в регионе работает единая диспетчерская служба скорой медицинской помощи. В 2020 году для ускорения доезда бригад скорой помощи дополнительно было оборудовано 6 остановочных пунктов. С 2019 года в области работает санитарная авиация. Вместе с областным центром медицины катастроф она обеспечивает оперативную помощь даже в самых отдаленных точках. С начала ее работы было эвакуировано 250 пациентов. Здесь у нас есть аппарат ИВЛ и дефибриллятор. Мы сможем своевременно завести сердце пациента и подать кислород. Идет большая работа по обновлению автомобильного парка регионального здравоохранения. С 2016 года закуплено более 450 единиц техники различного назначения, а автопарк скорой помощи обновился на 100%. Получены машины, оснащенные всем необходимым современным оборудованием. С 2018 года для проведения выездных осмотров было приобретено 9 мобильных передвижных комплексов. По сути, это целая поликлиника на колесах. За 2 года эти комплексы совершили более 7 тысяч выездов. Осмотр прошли почти 240 тысяч человек, то есть каждый 6-й житель региона. В прошлом году было закуплено более 6 тысяч единиц медицинского оборудования на сумму свыше 1 миллиарда 900 миллионов рублей. По инициативе Алексея Дюмина в развитие инфраструктуры здравоохранения, ремонт поликлиник и больниц вкладываются серьезные деньги. За 5 лет за счет бюджетных и внебюджетных средств было отремонтировано 123 объекта на общую сумму свыше 1 миллиард рублей, в том числе 27 поликлиник, 15 стационаров. В
том числе областной госпиталь ветеранов войн и труда в поселке Грицовский Веневского района, который капитально не ремонтировали в течение 25 лет с момента открытия, и 81 ФАП. Я Екатерина Ведехина, фельдшер здравпункта деревни Савино. 3 года назад я пришла работать, и мне выдали новый автомобиль. Теперь я могу с комфортом добираться к каждому своему пациенту. Кроме того, построено 66 новых ФАПов, в том числе в местах, где их никогда не было. В 2021 году планируется построить и капитально отремонтировать еще не менее 40 зданий фельдшерских пунктов. Теперь жители отдаленных районов области будут получать медицинскую помощь в комфортных условиях. Но пока специалистов, чтобы работать в новых зданиях и на новом оборудовании, не хватает. Поэтому Алексей Дюмин поручил форсировать решение кадрового вопроса. Это насущная необходимость, и такую задачу региону поставил президент. Серьезную проверку на прочность всем устроила пандемия коронавируса. Главный удар приняли на себя наши медики. В Тульской области в короткие сроки под госпитали переоборудовали 13 объектов. Не дожидаясь федеральной помощи, регион приобрел средства индивидуальной защиты и оборудование для больниц. Общая сумма внебюджетных средств, направленных на борьбу с ковидом, составила почти 1 000 000 000 рублей. Ряд промышленных предприятий Тульской области в сжатые сроки перепрофилировал свои производственные мощности на выпуск продукции для борьбы с коронавирусом. По поручению президента одним из приоритетных направлений в условиях пандемии стала поддержка наиболее уязвимых категорий граждан. Это семьи с детьми, инвалиды, люди старшего возраста. Для них были реализованы масштабные благотворительные и волонтерские проекты. На внебюджетные средства собрали и подготовили порядка 45 тысяч бесплатных продуктовых наборов. Для минимизации негативных последствий пандемии разработан и выполняется план по обеспечению устойчивого развития экономики области. Одной из первых в стране Тульская область начала вводить меры поддержки предпринимателей. Фактически, для каждой пострадавшей отрасли был сформирован индивидуальный пакет мер. Общая сумма поддержки экономики региона превысила 3 500 000 000 рублей. С лета в регионе действует программа поддержки местных производителей, сделана в Тульской области. К ней уже присоединились 84 компании. В условиях пандемии региональный фонд развития промышленности смог продолжить активную работу с предприятиями региона. Благодаря этому в 2020 году они получили поддержку на общую сумму почти 1 900 миллионов рублей. Это в 3,5 раза больше, чем в 2019-м. После первой нерабочей недели, объявленной президентом, регион пошел на обоснованный риск и не остановил свои системообразующие предприятия. Строго соблюдая все требования Роспотребнадзора, продолжили работать ключевые отрасли – химия, металлургия, оборонка, АПК. Не была приостановлена и работа строительной отрасли, включая стройки социально значимых объектов. Диверсифицированная промышленность даже в период пандемии не дала снижения, а своевременно принятые меры помогли сохранить достаточно стабильную ситуацию в ключевых отраслях экономики. В результате индекс промышленного производства Тульской области за 2020 год составил 112,4%. Это 2-е место в ЦФО и 5-е в стране. Прирост объема отгруженной продукции составил 17%. За 5 лет в экономику региона было привлечено порядка 700 миллиардов рублей инвестиций. Собственные доходы консолидированного бюджета области выросли на 21 миллиард 800 миллионов рублей. В промышленности региона реализуются крупные инвестиционные проекты, такие как литейно-прокатный комплекс «Тула-Сталь» и новые производства на Щекино-Азоте. Системная работа с инвесторами, оказание им всемерного содействия, существенное снижение административных барьеров – все это обеспечило приток новых проектов на 100 миллиардов рублей и 3-е место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. В регионе создали 3 территории с особыми условиями ведения бизнеса. Сейчас на ТАСЭР, Ефремов и Алексин свои производства организуют 14 резидентов. В особой экономической зоне «Узловая» работают 18 резидентов, 4 из которых уже запустили свои производства и создали около 1200 рабочих мест.
В индустриальном парке «Узловая» китайская компания Great Wall в 2019 году запустила автомобильный завод. Сейчас начата реализация второй очереди проекта по локализации производства ключевых компонентов. По итогу уровень локализации превысит 70%. Это будет один из самых высоких показателей для автопрома в России. Сумма вложений составит 42 миллиарда 400 миллионов рублей. Я Сазонов Валерий, ведущий инженер КБП. Занимаюсь разработкой перспективных боевых частей в рамках проекта «Туротех». В конце прошлого года в регионе открылся научно-образовательный центр мирового уровня «Тула-Тех». В него войдут ведущие предприятия и вузы области. «Тула-Тех» станет площадкой, с помощью которой промышленность будет давать науке системный заказ на инновационные разработки. На протяжении последних лет АПК региона показывает впечатляющие результаты, а по некоторым показателям занимает лидирующие позиции в России. В 2020 году в Тульской области был собран рекордный в истории региона урожай зерна – 2 миллиона 700 тысяч тонн. Предыдущее рекордное значение было достигнуто в 1987 году – 2 миллиона 200 тысяч тонн. Регион вошел в число лидеров по производству картофеля и рапса в стране. Идет развитие отрасли животноводства. Кратно увеличилось производство свинины, выросли объемы по говядине. Теперь в Тульской области даже разводят оленей, и их поголовье растет. За 2016 и 2020 годы производство продукции сельского хозяйства выросло в 1,8 раза. Я Павел Власов, начинающий фермер из Алексина. 2 месяца назад получил областной грант и в настоящее время строю ферму по выращиванию форели и осетра. Индекс сельхозпроизводства за 2020 год в сравнении с предыдущим годом увеличился на 8,9%, а объем составил 90 миллиардов 400 миллионов рублей. В 2020 году завершено 9 крупных инвестпроектов на сумму более 24 миллиардов рублей. Создано порядка 2000 новых рабочих мест. За последние 5 лет в регионе создан экономический, инвестиционный и социальный задел, который обеспечил устойчивое развитие и дал возможность уверенно смотреть в будущее. Так что даже в условиях пандемии мы смогли реализовать такие грандиозные проекты, как 500-летие Тульского Кремля. Работа по подготовке юбилея шла 3 года. За это время в регионе отремонтировали и отреставрировали 70 объектов. На их базе создали 32 новых музейно-выставочных пространства. В Туле и 11 малых исторических городах благоустроили более 50 общественных пространств. Флагманским проектом стал уникальный для России музейный квартал, где открылись филиалы 4 федеральных музеев. К жемчужинам Тульской области теперь присоединился Государственный исторический музей. Это первый и единственный филиал исторического музея в России. И он открылся в Туле. Пять лет назад регион взял курс на обновление. И теперь Тулу воспринимает как территорию динамичного развития. Не только как оружейную столицу и мастерскую России, но еще и как инвестиционно привлекательный, комфортный и современный регион. Культурный и туристический центр. Место, где интересно. Где реализуют новые идеи, создают новые объекты и пространства. Где видны перемены, куда люди едут, чтобы работать и отдыхать. И этот курс будет продолжен.